итальянские мотивы вазами московских скульпторов. И посвящена она очень древнему празднику Новрузу. Новруз, Новый год по астрологическому календарю, он наступит сегодня по московскому времени 0 часов 24 минуты 28 секунд. Не знаю, как это все исчисляется. Вот, и я всем желаю, всем, кто нас окружает, всем, кто приходит в наш центр, кто подписан на наш центр, Восточно-культурный центр Института Востоковедения, я вам желаю счастливого Нового года, полон удачи, полон здоровья, радости и, конечно, мирного неба над головой нам всем. И слово предоставляется нашему директору, директору Института Востоковедения Российской Академии Наук Олегу Берову Колобековичу. Я всегда считал, что Институт Востоковедения является таким медиатором, который обеспечивает связи, взаимосвязи, коммуникации между Востоком и Россией. На самом деле у нас сегодня присутствует на этом прекрасном мероприятии 97 скульпторов московских, которые, собственно, являются теми самыми медиаторами, которые обеспечивают вот это слияние, синтез культур, и понимание культур, и перцепцию культур. То есть я хочу их приветствовать в первую очередь, пожалуйста, аплодисменты, потому что здесь их работа. Часть народного искусства, российский фольклор. Кто любит русский лубок, знает русское искусство, помнит такой сюжет. Русский лубок с изображением богатыря, где написано «Славный богатырь, славный богатырь Ярослав Лазаревич». А оказывается, что сказание о Ярославе Лазаревиче, это часть русского фольклора, не что иное, как вольный пересказ третьей части книги царей Шахнаме великого Фердоуси. То есть, представляете, русский фольклор, фрагмент русского фольклора, это часть поэмы Шахнаме. Уж куда ближе нашей культуре. Ну, действительно, Сереж Феофанов правильно сказал. У нас древние такие очень мощные культурные связи, и, наверное, сейчас наступает момент, когда нужно каким-то образом их как бы вытаскивать уже из древности в современность. И будем считать, что это вот первая наша капелька вот в этом большом потоке, который, я надеюсь, состоится. Спасибо еще раз большое. Всех поздравляю. Спасибо.